Доброе утро, друзья. У меня кофе вот с такой вкусняшкой ММДМСом. Только мне сказали выделять немножко, потому что мне много нельзя сладкого. Молодежь решила слопать сама, да? Я бы все сам съешь? Молчит. Машет, что да. Вот так, друзья. Так заботится о моем здоровье. Друзья, дома вот такой сюрприз. Представляете, мой внук первый раз приготовил вот такое печенье. И я сама обалдела. Немножко подгорела по краям, но это не страшно. Получилось очень даже вкусное. Молодчина. Друзья мои, я нахожусь в парке, как видите. Здесь вот такие красивые фонарики, лампочки висят, но пока они еще не включены, посмотрим, когда включат, наверное, будет само собой красиво. Вот смотрите, сколько много людей, вечер уже, сегодня у нас понедельник. Сожгли лампочки, ура! Неплохо, да? Люди радуются, дети радуются. Праздники приближаются. Вот такая у нас сегодня погодка, друзья. Но сидеть, конечно, прохладно все равно. Детям им можно на каруселях кататься. А взрослые, я смотрю, ходят по кругу.